19 апреля силами Управления по делам культуры, молодежи и спорта администрации УМО, Социального агентства молодежи и молодежного совета был организован первый в истории нашего города межмуниципальный конкурс исполнителей брейк-данс, созерцать который пришли более сотни болельщиков и любителей экстрима. С каким настроением ты сюда шла? Ну, с хорошим таким. За какую команду болеешь? За InLife, конечно. InLife, конечно. InLife – самая лучшая группа в мире. Все и все готовы к битве. Команды считают последние минуты до выступления, готовность болельщиков номер один. Самое время начинать. Все они приехали с целью показать себя, оттусоваться на 5 с плюсом и найти друзей. Но у каждой из команд своя предыстория. Команда «Капа де Брейкерс». Лучшая команда Тутаева. Дипломанты фестиваля «Годы молодые», город Ярославля. Срок существования – 2 года. Команда «Перцы». Лидеры Переславля-Залесского. Срок существования команды – 2 года. «Вихрь славы», город Ярославль. Существует 2,5 года. Цель – пропаганда здорового образа жизни. Их девиз – благодарность Богу, без него их нет. «Инсайд», город Углич, существует 2 месяца. Подавляющее большинство участников команды – девушки. «Бэт Ньюс», город Ярославль. Титулованная команда, лучшая в Ярославле. Призеры всероссийских конкурсов в Вологде и Иванове. Срок существования – 5 лет. Цель – завоевать мир. «InLife» – лучшая команда Углича. Срок существования – 1 год. Самая популярная и подающая надежды команда нашего города. По итогам командных битв первое место за Ярославлем «Бэт Ньюс», второе место с небольшим отрывом за нашими «InLife», и третье место досталось «Перцам» из Переславля. И что самое приятное, в личном первенстве мы, то есть участники «InLife», бесспорные лидеры. В общем, зрелище прошло на ура. Мастерство команд порадовало болельщиков, а призы, предоставленные Управлением по делам культуры, молодежи и спорта, доставили море удовольствия участникам.